Об исполнении республиканского бюджета за прошлый год говорили сегодня на очередном заседании Кабинета министров Чувашской республики. Республиканский бюджет Чувашской республики в прошлом году по доходам исполнен в объеме более 70 миллиардов рублей. Это почти на 20% выше запланированного. Мы занимаем 5-е место по динамике, по налоговым доходам. Ну и по основным составляющим доходной, собственной доходной базы мы тоже выглядим достаточно неплохо. В условиях, на наш взгляд, пандемии и кризиса достаточно неплохие показатели, что подтверждается нашими относительными показателями относительно субъектов ПФО. Расходы по сравнению с предыдущим годом увеличились на 26%. Наибольший рост расходов отмечается по таким направлениям, как здравоохранение, социальная политика, культура, охрана окружающей среды и ЖКХ. Инесса Потапова, Татьяна Раевская, Бахтияр Велиев, Республика.